Так, всем приветик. Мы в магазине, как его назвать-то? Сувениры. Сувениры, да, дары всякие такие, морские, все на свете. Так, у ракушки сейчас показывать буду, просили меня. А, какая красота. Что-то не фокусирует. Такие слоники красивые. Всякие изделия. Звезды. Ну вот и ракушки, которые спрашивали. Ой, плохо, как напротив окна, ничего не видать. Забивает? Ну да, есть немного. Вот, огромные. Ну и ценник. И да. Ценник. 3. Видите, ага. Дальше, поехали. Как-то ломай. Ну я как? Ну так, пробуй. Все равно видно. Просто цветность как-то меняй. Ломай вот так, чтобы было видно. Или поближе. Разглядит. Кстати, выглядит. Вот. Вот это вот самые крупные. Потому что был выбор большой. Но туристы не спали. Теперь выбирайте то, что есть. Ну, даже вот за 1500 вот эти вот нормальные. Или вот даже. Вот эти мне нравятся, очень маленькая такая есть. Мне вот эти понравились. Нет, я говорю, вот эти нежные. А, нет. Дочери тоже понравились им. Нет, это маленькая. Мне все нравятся. Ну вот по 1000 тоже симпатичные. Там побольше размер, уже чуть дороже. Это какая красотка. Ну и мы тут поменьше пошли уже. Ой, вот эта красивая какая, за 2000. Небольшая, но красивая. Ты со света ее... Ага. 2000, вот. Ведь зависит, наверное, еще не от размера, а от редкости. Скорее, наверное, все. Ой, мне все нравятся. Вот такая у нас. Вот эти вот, я обожаю их. Вон 5500, пожалуйста. Название это я не всех знаю. Что выберете? Там уже будем узнать. Какие шикарные. А я снимала. Тоже красивые вот эти. Так, ниже пошли.
Вот для аквариума. Какой цвет мяч? Для аквариума вот эти вот, мне кажется, вообще шикарные будут. И, кстати, недорогие. Вот для аквариума я бы взяла такие. Вот эти вот ракушки, забыл их название, они говорят, ну, по преданию, что приносят деньги. Я сейчас их поменьше, вот они подешевле, это подороже немножко, покрупнее. Кстати, обожаю тоже. Как будто их обожгли чем-то. Вот это сувенирные уже. И вот тут малышня всякая. В принципе, для аквариума тоже можно. И цена нормальная. Звездочки. Ну вот, вроде ракушки я все показала. Ну какие тяжелые. Такие вот по 200. Тяжелые. Не знаю, выбирайте, в общем. Я бы, ну, наверное, я бы и мелкие взяла, и вот из больших, да, наверное, да. Вот такой. Хотя вот разница, вот, ну, вот, смотри. Ну, ты 1500, на 500 рублей. Не, ну, мне пока понравилось вот эти вот. Ну, вот это покрупнее, которые вот эти вот. Вот муж советует вот такую. Ой, она тяжелая. Тяжелая. Держи, не урони. Выбирайте. Прям вся такая, такая. Шикарная. Такая. Давай поставь. Ставь. Ну. И можно маленьких каких-то еще. Я говорю, ну вот эти вот для аквариума прям вообще. Идеально. Именно вот этот, что я понимаю? Ну, а мне все нравятся. Кстати, вот таких раньше не было. Да? Да. Ну, сейчас возьмем. Конечно, не всякое. Тут одна тут осталась. Ну. Тут всякие вот такие штучки. Это понял, свечи, что ли? Это ароматизированные свечи. Раньше я покупала их. Но сейчас аллергии. Поэтому. Все красивое.
слоны, видишь, какие? А я показывала слоны. Слоны вообще классные. Лягушонки тоже. Совят. Всякие игрушки. Ну, это грусовинеры. Это огромная. Прямо огромная. Ну, и цена тоже. Ну, все. Вот эти красивые тоже. Нежные такие прям. Нежнятины. Японский сад.